закончились у меня запасы, и на днях я съездила в центр обслуживания клиентов, пополнила их. Значит, посмотрите, что я взяла. Мы сейчас с дочкой проходим программу для печени, поэтому я взяла синхровиталь четверочку. Здесь капсулы утро и вечер. А зеленое утро, прозрачное бежевое вечером. Эпамчик четвертый, 3-4 раза в день, по 10 капель. Под язык. Чай для печени с травами шикарные, там и пижма, и мята. Замечательный состав, травы алтайские. И пополнила я коллекцию эпамчиков наших. Тысячный – это неврологический. Шикарная формула. 3 раза в день по 10 капель. Взяла я эпам 11. Это для желудочно-кишечного тракта, нормализует стул и помогает тоже как раз вот для печеночной программы. Я его добавила, взяла. 31-й эпам я допиваю вот для своей программы с моим листезом поясничным. Еще он также, как я вот в чате, я уже выше выкладывала материал, он еще и противофиброзный, поэтому вот всем девочкам нам обязательно против кист, против фиброзных новообразований и прочее. Замечательная тоже штучка. Ну и как отче наш сейчас, вот в сезон холодов, простуд, вирусов, парочка, да, сладкая 7 и 900 ПАМ. 7 противовирусный, 900 респираторный. 44 ПАМчик, это я взяла для мамочки, она мне пропивает кардиологическую программу. Синхровитали, она принимает 3, и вот и ПАМ я ей взяла, у нее закончился. И, разумеется, сорбенты базовый и кишечный тоже обязательно, при, особенно вот в комплексе как, ну, с любыми программами, в принципе, они всегда идут по назначению. Вот такая моя покупочка и распаковочка.